Німеччина вщент, коли тут попередніх також вже немає чотирьох людей. Шпиталізували. Саме в них потрапила ця автівка. Двоє із них неповнолітні і двоє у тяжкому стані з різними з травмами різного ступеня важкості. Хочу також зазначити, що у нас поліції запевнили, що видимих знаків того, що водій був або під алкогольним, або під наркотичним сп'янінням, не було, але його все ж таки відправили на тестування, аби затвердити це офіційно. Що стосується водія БМВ, то поки що його ще не знайшли, але його шукають. На відео, на жодному з відео не було зафіксовано ніяких номерних знаків, але зараз поліція у пошуку. Автомобіль тут продовжує залишатися, і він зараз в такому стані чекає на поліцейських, які будуть вже розбиратися у справі. Поліцейські є, але чекають, вибачте, на криміналістів. Щодо подальшої ситуації і долі тих, хто постраждав на цій зупинці, ми будемо повідомляти. І вже завтра зранку нам мають повідомити про їх стан. Колеги. Здесь вообще самый опасный перекресток. Здесь нужно поставить пост ГАИ. Здесь перейти невозможно даже улицу на зеленый. И это европейская страна. Спасибо. Мужчина, мы вообще в прямом эфире. Почему вы лезете? И что? А что я неправильно сказал? Вы почему лезете в кадр, мешаете работать? Я тоже журналист. Вы имеете уважение за... Дорогие друзья, вечер с самого начала не задался. Вот такая у нас трагедия, очередная трагедия с пострадавшими. Четыре пострадавших, двое в тяжелом состоянии, у девушки 17 лет, прямой перелом ноги, ужас, кошмар. Одеса, вільна і незалежна, маршала Жукова, Небесної Сотні. Те ж саме, з проїжджої частини, виходіть. Небесної Сотні. Страшна аварія, кошмарна. Как обычно на перекрестке. Уходим. На скорости проскакивал перекресток. Сообщает, что где-то 90-120. И вроде бы его подрезал другой автомобиль. Вроде бы BMW черного цвета. Явное превышение скорости. Непонятно, в каком состоянии водитель. Пьяный, наколотый. На перекрестке надо вообще-то притормаживать, а не разгоняться. Но явное превышение скорости. Поэтому уже понятно, что виновник однозначно. Сейчас мы покажем вам крупнее номера. Куда вы идете? Лента для кого? За ленту отойдите. Журналист. Так, продолжаются следственные действия. На место ДТП никого не пускают. Все оцеплено. Все оцеплено. Так. Полицейской стричкой, лентой. И еще раз подтверждение того, как нужно соблюдать правила движения. Правила движения. Я полиция снимаю. Да, а мы полиция. А мы будем полиция снимать.
Это не полиция. Ага. Это какая-то спецслужба. Да. Еще раз с большим сожалением констатируем, что нарушение правил дорожного движения это... Подрезали. Подрезали? Но все равно он летел на скорости с явным превышением. Подрезали или нет, понятно. Не нужно превышать скорость. При скорости 50-60 он бы спокойно мог сманеврировать. А так он влетел в остановку. Так что очередной раз меня перебили. Правила дорожного движения написаны кровью и смертями людей. Поэтому нужно их соблюдать. Вечер, начало только недели, а этот 2020 собирает свою кровавую жатву, продолжает собирать кровавую жатву на улицах городов и поселков Вильной и Незалежной. Да не только Вильной и Незалежной, а во всем мире. Эти полтора месяца, чуть-чуть больше, месяц и 20 дней, нужно уже постараться не нарываться, не нарушать, быть аккуратными, ну, быть аккуратными и осторожными, дожить эти месяц и 20 дней до конца года. Ну а потом будем посмотреть. Год. Очко, 21 года, год очка, посмотрим, что он нам принесет. Но сейчас нужно постараться без потерь дожить этот год, по возможности. А потери каждый день какие-то ужасы, происшествия, каждый день какие-то ЧП, ну, уже не говоря о пандемии и ковиде. Умирают. Самые уходят из жизни самые лучшие люди. Цвет нации. Одесса осиротела. Осталась без... Не только Одесса, весь. Все человечество осталось уже без Жванецкого. Миша покинул этот мир несколько дней назад. Михаил, папа Одессы. И череда всевозможных катастроф, аварий, страшных аварий и происшествий продолжается и походу, похоже, нет ей конца. На этом буду заканчивать. Берегите себя и своих близких. Даже на переходе, переходя на зеленый свет, убедитесь, что не летит очередной Шумахер с одной и с другой стороны. И только после этого переходите пешеходный переход и... И подальше от проезжей части. Даже вы видите, даже остановка металлическая и стеклянная не гарантирует вам никакой безопасности. Это дороги Вильные и Незалежные, и перекрестки, дорогие друзья. Здесь опасность поджидает на каждом метре, каждом километре, каждом сантиметре. Будьте бдительны, осторожны и внимательны. Всем здоровья, счастья, благополучия, процветания. Будем заканчивать. Дорогие друзья, и как всегда, и как всегда, и как всегда, все решают мгновения,
свистят они как пули у виска. Все решает секунды, миллиметры, сантиметры. Вы посмотрите, где он вылетал на тротуар. Видите, да? А теперь посмотрите сюда. До столба буквально 20-30 сантиметров. Черный кот. Ну, не совсем черный, но тем не менее. Так бы в столб, и все были. Да. Влетел бы в столбик вот здесь. И все. И все люди были бы целы, живы и невредимы. Вот. Тормозные следы. Вот здесь он влетал на тротуар. Там он влетал в остановку. И вот столбик. Перекрутило пару раз. Перекрутило несколько раз. Чуть-чуть бы еще 30 сантиметров. Ну как это называется? И люди были бы живы и здоровы. А так трагедия непоправимая у многих людей. Представляете, что сейчас переживают родные и близкие молодых, девушка 17-летняя. Как сейчас попасть в больницу, где уже коек не осталось. Еще и ковид. Для нормальных, ну вернее, для обычных больных, для больных, онкобольных, тяжелых больных. И тем более после ДТП с травмами почти все койки уже заполнены. И тут попасть в такую мясорубку буквально на ровном месте. Это просто катастрофа. Переезжают через переход. Хотя да. Надо переходить. Ну, все нарушают, вообще все. Ну все, конечно. Ну, вы видите, да, линия стопа же вон там, где маршрутка. А все останавливаются в лучшем случае на переходе, а в худшем перегораживая этот переход. Вот такие вот трагические ситуации происходят в конце года 2020. Да. Не думай о секундах свысока. Наступит время, сам поймешь, наверное. Свистят они, как пули у виска. Мгновение, секунды, миллиметры. Буду заканчивать, дорогие друзья. Всем удачи, здоровья. И без потерь дожить до конца этого, ну, в полном смысле катастрофического года.